Добрый день! Хочу показать свои флоксы. Начну с середины. Это флокс, который мне достался еще от моей бабушки. Флокс румяный. Пожалуй, это мой самый любимый сорт. Такой яркий, с таким глазком посередине. Очень обильно цветущий. Дальше такой вот нежно-сиреневый. Это Любаша. Сейчас посмотрю. Да, Любаша. Я там снизу подписана. У меня вот от центра отходит здесь и здесь. Все один и тот же сорт. Такой ярко-малиновый. К сожалению, не знаю его точного названия. Тоже еще из советских сортов. Но если кто-то его узнает, напишите, мне будет интересно. Довольно высокий, ярко такой малиновый. И в серединке немножко посветлее. И последний, самый маленький, самый низкий сорт. Наверное, даже с другой стороны больше расцвел. Да, здесь его покажу. Он пониже, чем все остальные, и расцветает попозже. То есть, если эти уже полностью раскрылись, то вот этот мой кустик только начинает раскрываться. Это Изабель. Такие нежно-розовые цветочки с более ярким центром. Вот такая у меня красота.